Всем привет, всем здравствуйте. Я не заставила долго ждать похода по магазинам. Сейчас пройдемся, посмотрим. Я не хотела, честно говоря, ехать, но мне прям так подмывало. Я девчонкам презентики привезла и набрала их. Они сегодня обе работают именно в этом магазине. И хочу еще в коуч-бутик зайти тоже там. Они знают, что я когда уезжаю в Россию, я обязательно им какие-то презентики привожу. Вот, поэтому решила соединить приятное с полезным и заодно и вам показать, что здесь есть. Не сильно много, но нам может что-то... О, есть одна такая сумка на 65% у коуч. Ой, прям хоть ее бери и откладывай. Ну и как всегда, начинаю от Брамина поход. И пройдусь дальше, покажу вам, что есть. Так, вот это 40%. Но не буду уже все рассматривать цены. Давайте так выборочно, что мне сейчас на душу ляжет, то и посмотрю. Так, шопер. Вот это смешная расцветка. Кому-то не нравится, а кому-то нравится. И вот еще несколько сумочек на 40%. Две Даксбери. Вот видите, они, каждая сумка индивидуальная. Вот у этой Даксбери есть кружочек. А вот у этой, а это стоит спинкой к нам, тоже есть кружочек. Но все равно, если мы их сравним, рядышком поставим, они не будут идентичные. Всегда они как-то отличаются. А вот эти прям, смотрите, как подобрали, сильно похожи. Даже и вот этот вот рисуночек здесь. Обычно найти такие две похожие сумки вообще не представляется возможным. И тут рисунок, прям кожу как подобрали. Вот. Так, давайте найдем три отличия. Нашли. У этой есть здесь вот намек на кружочек, а у этой нет. То есть они всегда чуть-чуть отличаются. Да, то есть тут уже другой кусочек взяли кожи. Вот здесь, наверное, больше это вот здесь. В общем, вот, всегда сумки индивидуальные. То есть если вы покупаете Брамин, вы знаете, что второй такой нет. У нее будут... В другом месте какие-то крапинки. Так, ну здесь еще на скидке вот эти три сумочки. Ну как, три сумочки и один кошелечек. 87. Вот это малышка. Эдди кошелечек. Кто не помнит, как он выглядит вот так. 75. И вот такая вот красавица. И вот эта красотка. И, девчонки, какие мы заказали классные сумки в Мэйсис от Брамин без скидки. Они придут... Ну, в Мэйсис написано 3-6 рабочих дней сумочки приходят. Они, когда придут, я обязательно вам покажу, потому что там совсем новые модели. И некоторых цветов из тех моделей, которые мы там заказали, их уже нет. Но сумки дорогие, там по 400 с лишним долларов. И там разные красивые еще мы заказали аксессуарчики, такие брелочки. В общем, ждем. Скоро придут они для девочки в Израиль. Она себе выбрала, я даже не видела. Ой, смотрите, а вот тут стол на 25% скидочки, вот этот цвет. Может, кто-то влюбится, потому что после того, как 25%, наверняка на Columbia's Day они сделают чуть побольше скидки, а потом они могут дожить и до 65, вдруг какая-то сумочка доживет. Поэтому можете присматриваться. Потому что то, что здесь, того, чего здесь нет, то и не может дожить до скидок в 65%. Доживает только то, что попадает на первую скидку, потом на вторую скидку, и потом, может быть... Так, и куда идем дальше? Смотрите, у коуч здесь скидок нет. Ну, вот здесь витринка маленькая, потому что еще хамит со скидками, хочу показать вам. А вот здесь вот коуч. 65% – это самая большая скидка, которая может быть. Здесь 65%. Пока только вот я на одну сумочку увидела, но тут вообще-то их немного на скидке. Потому что весь остальной отдел, ну, пока я не буду вам показывать. Может, какие-то новые модели есть, но это когда-то в следующий раз.
Так, вот это, ну это, наверное, 40%, да, стоило 495, сейчас 297. Кто и дойду в самый последний момент, потому что она-то точно на 65. Вот эта сумочка. Ой, что тут у нас такие записки большие. Лучше бы цену нам показали. Вот она цена. 350 стоило, сейчас 262. Это даже, наверное, 25%. Ну, то есть явно не 40. Так, это тоже 25. 195, 146. Это тоже не сильно много. Вот эта сумочка тоже небольшая скидка. Значит, так и есть. Здесь тоже небольшая. Касси, малышка, смотрите, в каком цвете. Так, 295 стоило, 177 сейчас. Это у нее скидка, получается, 40%. И цвет вот такой вот оригинальный. Это Касси, малышка, она очень вместительная. Помните, мы их очень хотели и многие покупали. Ну вот она еще продолжает быть на связи, так сказать. И смотрите, какой шикарный шопер. Похоже очень на рог, но это не рог. Вот это плотная кожа, которая из перчаток баскетболистов. Это серия 1941, потому что вот брелки, когда вот такие вот, это серия Coach New York. А вот эта серия 1941 считается премиум-класса, тогда вот такой брелок. Смотрите, что у нее с ценой. Она стоила 750 долларов, сейчас стала стоить 262,50. Это скидка 65%. Так, вот тут у нее надпись есть. Да, вот здесь прям написано, что это вот этих перчаток кожа. Оговорочка. Не баскетболистов, а бейсболистов. Так, давайте внутри-то ее рассмотрим. Итак, у нее два накладных кармашка. Замша на подкладке. Вот тут видно два накладных кармашка. Неудобно мне ее вам показывать. Потеряла я навык. Давайте посмотрим, что на передней стеночке. Ой-ой-ой. Ничего нет. И на карабинчике прикреплен вот этот конверт. Карабинчик вот. Длинные ручки. Прикреплены. Вот они, две ручки. Попросить, что ли, наверное, открепить мне. Показать вам, как она на человеке смотрится. Обнаружилось, что убрали зеркала. Они говорят, мы за них так боролись, девчонки. Остались вот только на столбах зеркала. Так, вот как она смотрится. Вот так вот она будет смотреться на плече. Вот таких она размеров. Этот шопер, она сумка, я имею в виду. Вот такие вот. Ой, ой. Вот такие вот ручки. Да что ж такое-то? Почему ж мне не очень удобно-то с ней справиться-то? Так, ну вот смотрите, вот на карабинчиках вот эти пристегиваются ремни. Если вам нужна будет длинная ручка, то что делается? Можно отстегнуть и наискосок прикрепить друг с другом, тогда будет одна длинная ручка. Но это не очень удобно. Вы сейчас посмотрели, как она смотрится на плече, когда вот эти две ручки прикреплены. И вот так вот закладываются красиво вот эти ручки. Что же я с ними сегодня не справлюсь-то никак? Неуклюжая есть вон какая-то. Вроде стараюсь аккуратненько ее держать, но чуть-чуть неуклюжая. Вот такая вот шикарная сумка. Вот такой вот шикарный шопер. И, ребята, еще есть Хаммит на 65%. Поэтому давайте сразу и посмотрим. Интересно, наша сумка, не наша? Кто-то из вас ее закажет, не закажет. Но сумка, конечно, волшебная. Итак, она только что отмаркировала и для меня оставила. Вот эта расцветка вышла на скидку в 65%. Это Хаммит. 445 долларов стоила. Вот эта сумочка 155, 75.
сейчас у нее цена. Вот такая-то красоточка. Так, ну нам теперь с вами далеко ходить к зеркалу. Можно на сайте Dealerz рассмотреть ее. Сайт в описании будет. Рассмотреть ее поближе. Но я обожаю Хаммет. Мне же девочка подарила Хаммет. Вот как моя зелененькая, только вот эта вся в лазерной обработке. Вот, мне же подружка, я вам как-то говорила, что она мне... Вот теперь у меня таких две сумочки. И мне нравится, я в Россию с ней летала. Вообще, я очень довольная. Кто-то, говорит, не понимает, качество слабоватое. Но кожа такая мягкая, и мы почему-то в них влюбились. И все, кто их заказал, остались очень довольны. Там есть длинный ремешок, вот видите? То есть вот эта вот ручка. У меня, кстати, тоже есть вот такая ручка, я ее не ношу. Я ношу только кроссбоди. Вот, а вот такие ручки у меня и от зеленой сумочки, и от этой вот коричневой лежат не в пределе, ждут чего-то другого. Так, вот такая камера. Хаммет. 295 стоило, 103,25 сейчас ее цена. Вот так регулируется длинный ремень. И вот так вот. Причем, смотрите, вот у нее видно, видимо, где лицевая часть. И еще есть вот такая сумочка. Их получается вот этих по два экземпляра. Вот такой сумочки и вот такой. А такая только в одном экземпляре. Это, а, вот там еще есть сумочка на 65%. Но я ее в прошлый раз, по-моему, показывала. Сейчас вам ее еще раз покажу. Так, это тоже 103,25, стоило 295. Вот это классная тоже сумка. Но расцветку вы видите, такая она какая-то, что-то такое розово-оранжевое. Ну, больше, конечно, в розовое. Но он такой розовый и не пыльная роза. Мне кажется, правильно цвет передает. Вот, в общем, вот такой. Кармашек у нее вход. Так, оно вот есть на задней стеночке кармашек под телефон. А здесь только вход в нее, основной отдел, только через вот этот замочек. А у камеры есть кармашек на задней стеночке и тоже основной отдел. Как правило, там, если и есть вот такие маленькие держатели под карточку, у этой сумочки тоже есть кармашек на задней стеночке. У этой уже большой такой, крупненький, удобный. Так, это не, нет, это не кармашки, это просто так она прострочена. Так, то есть получается Хаммет целых три сумочки, три вида новых на скидке в 65%. И вот этот шопер, я его уже показывала. Ну вот он больше такой летний вариант, потому что он кожа комбинированный с плетением. И цена его... 155,75, а стоил он 445. И это все, что есть у Хаммет на 65%, но, ну, вернее, еще вот эти два кошелечка. Вот это 65%. Но есть на 40. Смотрите, сколько красоты на 40%. Вау. Итак, на 40% Хаммет. Вот такой классный шопер. 425 стоил, 255 сейчас цена. На сайте Dealerz вы можете рассмотреть получше все эти сумочки. Так, они здесь пристегнуты. Ой, вот этот бананчик мне мешает. Так, вот такая серенькая. 267. Давайте я вам буду называть только уже цену со скидкой в 40%. Не будем мы высчитывать, сколько она там была. Так, вот такая кроссбоди. Так, вот у нее длинный ремешочек. Приятный цвет, прям про меня. Я такие люблю. И она как... И кармашков вы видите сколько, да? Там слотов под карточки очень много. А что с ценой у вас, девушка? Где вы спрятали ценник?
237. А, ну вот это на 40% точно так же получается, как вот и моя сумочка. Я покупала тут 40% за 237. Так, вот это 267 со скидкой, 40%. Тоже две ручки. И вот это... Так, длинную ручку тоже вижу, темно-синего цвета. Вот такая вот интересная сумочка. Кожа прям приятная-приятная. 267 тоже. Так, вот в таком цвете, как вот этот шопер, есть еще вот такая вот красотка. 285. Вот смотрите, у нее, видите, как край обрезана кожа, и она вот так вот оставлена. Это вот у них такой прикол. То есть вы должны быть к этому готовы. Я стараюсь показывать вам это. 267. Вот эта камера. Ой, смотрите, как здорово. Мы сейчас... Вот та розовая на 65%, она же точно такая. А мы сейчас вот на прозрачной рассмотрим, как она выглядит внутри. Потому что камеру я эту розовую вам открывала. Вот это 177 стоит. А там у нас 103, по-моему, да? Вообще цена классная. Вот, видите, как она сшита? Но вот у этой прозрачной нет кармашка. У той я вам показала, есть кармашек с этой стороны. А вот у этой прозрачной кармашка нет. Только один отдел внутренний. Но у нее, получается, и слотов под карточки тоже нет. Только она вот такая одна прозрачненькая. И зелененькие. Вот это классная сумка. Вот если бы она на 65% была бы. Потому что она сама по себе дорогая. 625 ее стоимость. И 375 вот она со скидкой в 40%. Вот, но мы такие покупали в каких-то других цветах. Так, вот еще одна такая, как та сине-голубая, это 237. Вот у нее какой ремень. Ну, естественно, на карабинчике можно ее просто носить и без ремня, как большой кошелек. Вот такая сумочка 225. Закладывается тоже с замочком. Похоже, как модель на ту, которая на мне, но это вот немножко другая модель, потому что здесь... Только один вот этот хвостик закладывается, и внутри один отдел. И шопер точно такой же, как тот рыжий, но в зеленом цвете. Классный какой. Ну, цена такая же будет, как у рыжего. 255. Так, что-то, если из этого выйдет на 65% скидки, нам же сразу тоже нужно. Ну, может и не дожить до 65. Так, ну ладненько. А вот тут черненькие сумочки, красоточки. А белых мы, между прочим, так на скидке в 65% и не дождались. Любовь, я про вас помню. Если бы были, я бы вам сказала. Но их не было. И вот тут вот такой, как у меня, нет. Вот, а, вот, вот. Вот такая же, как роза. Смотрите, какая красивая никелевая фурнитура у черных сумок. А, есть из золотой фурнитуры, есть из... Ой, вот это тоже прикольно. В общем, мне нравится черный вот с такой никелевой. Если когда-то будут на скидке, я уже не помню, когда у меня последний раз была черная сумка. Я все-таки ее хочу. Но уже не такую аляпистую, аляпистых мне уже, наверное, хватит. Вот этих, а вот такую вот. Посмотрим, что там коуч у нас черненького нового сделает, чтобы потом принять решение все-таки, что мы хотим. И вот Хамид сумки без скидок. Вот такая же лазерная обработка получается, как и у моей. Да, похоже. Это не комбинированная с кожей моя. А уже вот темно-зеленые, они полностью кожаные. Вот этот шопер тоже, конечно, шикарен. $725. Этот чуть крупнее, чем я вот вам показывала. Вот. Какой-то я вам показывала не так давно.
А, вот, вот тот зеленый, он со скидкой в 40%, светло-зеленый салатовый, а вот это темно-зеленый 725. А тот размером поменьше 625. Так, ну что мы тут еще не разглядели? Вот еще хамит есть, тоже без скидки, вот в таких цветах. Вот мультиколор, так сказать. Тоже хамит, тоже без скидки. Есть крем у них, оказывается, свой родной. Ну, можно вообще любой использовать. Хамитовский стоит $22. Ну что, пойдемте посмотрим, что здесь есть еще. Давно мы здесь не были. Уже раз пришли. Так, тут что? Michael Kors кошелечки со скидкой в 25%. На сайте Michael Kors есть побольше скидки. Здесь рюкзак и несколько сумочек со скидкой в 40%. Более подробно можно на сайте Dealers рассмотреть. Так, здесь маленькие сумочки от Michael Kors. Шопер. Здесь... О, как-то интересно, здесь 65 стоит, здесь 25. Ну, скорее всего, на 65, потому что стоило 128, стало стоить 44. Это, да, 65%. Это клеёночка. Так, ну, не знаю, в общем-то, я ничего такого суперинтересного не вижу. Вот у Michael Kors скидка в 25% витрина. Так. Ну и тут витрина без скидки, тоже Michael Kors. А вот витрина Хамит в черном цвете, без скидки. Ну вот модели, как у меня, которая закладывается, здесь все-таки нет. Вот это все, что есть в Хамит в черном цвете. Вот это немножечко другая модель, таких нет. Ну, какие же неприятные. А вот немного вот эта гладкая такая кожа, они отличаются, а вот это более зернистая. И вот тут тоже вот у этой такая гладкая, а вот это зернистая. То есть еще нужно и на это внимание обращать. Хотя вот здесь вот гладкая с никелевой фурнитурой, зернистая с золотой. А здесь наоборот, зернистая. А, ну вот это модели, получается, зернистой кожи. А вот, вот эта модель с гладкой кожей. А вот здесь еще более гладкая кожа. То есть их прям, вот это прям перчаточная. То есть их тоже нужно рассматривать. Так, ну что, пойдемте. Пойдемте посмотрим, что есть там со скидками 65%. И, может быть, посмотрим, что новенького есть в других моделях. А вот какая-то еще там витринка. Ну, давайте по порядку. В этой части обычно витрины со скидкой в 65%, но здесь такие сумочки, ну, вообще всякие попадаются. Так, вот вижу витрину в 65%. Здесь есть Ralph Lauren, Хоба плетеная. Так, здесь Kate Spade сумочка. Тоже Kate Spade, тоже Kate Spade. Это я не знаю, кто. Сейчас посмотрим. Тоже Kate Spade. Нужно проверять. Ну, Kate Spade должна быть кожаная однозначно. 139, стоило 398. Так, отдел под замочком вот в стенке в задней. А тут она вот так закрепляется. Так, что дальше? Так, ну здесь Курт Гейгер не кожаный. Там дальше тоже не кожаный. Единственное, что здесь на скидке в 65%, вот эта сумочка от Хоба 90-300. Мятный такой цвет у нее. Ну, здесь она поярче смотрится, а вообще чуть-чуть она посветлее. Так, здесь у нас Fossil. Да, это Fossil. Сумочки от Fossil. Да, точно.
ну, не такие, знаете, очень быстро выходят из строя. Кожа у них такая не очень надежная. Поэтому я стараюсь их не рекламировать, но вообще они кожаные. Так, а вот здесь у нас Патрис Шанель. Ты кто? Нет, это не Патрис Шанель. Вот я увидела вот здесь Патрис Шанель. Это к другой сумочке относится. А это все еще фасон. Так, а Патрис Шанель вот такая. Ой, ну подвержена царапкам. Прям сильно поцарапанная. Со скидкой в 65%. Так, вот еще Патрис Шанель. Со скидкой в 65%. Здесь перемешка, значит, Патрис Шанель и Антонио Милани. Антонио Милани классные тоже сумочки кожаные. 97,65. Вот такая плетеная Патрис Шанель. 87,15. Одна кремовая и две белых Антонио Милани. 87,15. Длинный ремень есть на замочке. Патрис Шанель вот такая рыженькая. Прям какой-то цвет часто встречающийся, модный. 104,65. Так, плетеные сумочки от Патрис Шанель Crossbody. А цену хочу посмотреть. 52,15. Еще одна плетеная. Вот такая кроссбоди. 52,15. Антонио Милани. 66,15. Еще одна вот такая сумочка. И здесь вот эта кожа с принтом от Патрис Шанель. 55%. Цена хорошая будет лучше, чем в TJ Maxx, потому что здесь вот 65%, 87,15, а в TJ Maxx они там порядка 60%. Видимо, TJ Maxx закупает остатки вот у магазинов по 65% и немного свою наценку делает и продает. И поэтому там обычно где-то от 50 до 60% скидка. 52,15 вот такая карта. Антонио Милани. Такая сумочка белая. $97,65. Такие, мне кажется, я вам показывала, но они уже как-то все-таки летние. И последняя витринка у нас остается на 65% скидки. Так, здесь Антонио Милани. Без скидок сумочки, витрина. Так, здесь не вижу я ничего стоящего внимания. Это я не знаю, что за звери. Так, здесь тоже я ничего не вижу. И только вот здесь это ZSAC. Тоже кожа такая будет побыстрее выходить из строя. Ну, со скидкой в 65%, хотя вот написано 65, а на этой нет маркировки. Ну, не буду их рассматривать, если что. Так-то, конечно, неплохо. Вот оно также вот обработано, получается, как вот у Хамит. Вот это 55-65 стоит. Но это ZSAC, это совсем другой бренд. Легкая они, воздушная прям. Так, давайте посмотрим, что есть у Хоба новенького. Вон вижу сумочки новые. Так, ну сначала Фрай. Кожаные сумки, которые масляные. Американцы их очень любят, но они вот такой вот фактуры, что вот они оставляют царапки. Но сумки классные. Это их такой прикол. По ним сразу и видно, что сумки дорогие. 388, например. Вот это стоит. Это без скидок. Я просто вам показываю, что есть. Вот здесь со скидкой в 40%, но вот здесь я смотрю, так это, наверное, Фрай. Да, 228 стоило, ой, не туда вам показываю, извиняюсь, 136,80 сейчас. И вот это, наверное, не будет оставлять царапок, потому что вот это немного, ну, хотя нет, тоже будет, но она уже не так сильно подвержена царапкам, потому что кожа немножечко другая.
зернистые. Так, это хобас сумочка. Это тоже фрай. Как-то вот это вот чуть-чуть потемнее цвет, а вот это чуть посветлее. По-моему, это размер чуть меньше. 136,80. Так. Вот здесь фрай со скидкой в 25. Сейчас попробую отойти вот сюда. Вот несколько сумочек фрай. Красивых, приятных, но это без скидочки. Витрина. Так, и тут хоба. Вот эти без скидок. Тоже без скидок. Здесь скидка 40%, но здесь ГЭС. Не рекомендую ГЭС. Он странный. Если сказать скромно, то странный. Так, смотрите, какие новые сумочки от Хоба. 348. Это без скидки витрина. Просто показываю вам, что есть. Так, ну здесь витрина ГЭС даже и показывать не хочется. Здесь что-то. Дуни энд Берг. А, вот этот еще бренд. Bed Stu. Тоже очень оригинальные американские сумки. Вот такие. И у меня кто-то их заказывал, даже рюкзак. Но они редко тоже на скидки попадают. Они такие своеобразные, такой чисто американский стиль. Вот, если кому-то нужно под джинсы, под ковбойские сапоги, то вот это то, что нужно. Так, там ГЭС, там Патриша Нэш, что здесь? Какая-то Кати, мы такую не знаем. Давайте Патришу Нэш посмотрим, что новенького. Хотя бы издалека, потому что вот эти все. Так, вот это даже модели тут новые. Вот эта модель новая. Вот это вот коровья кожа с ворсинками. Вот какая интересная. Это без скидок, я и не буду вам цену даже смотреть. Вот, потому что все равно... Если мы захотим, то мы будем ждать скидок. Ну, хотя всякие разные случаи бывают, но вы сможете посмотреть. Вот, но модели я стараюсь показывать, которых мы до этого не видели. Вот такая же модель вот в исполнении другой кожи. Так, ну вот такие саквояжики мы видели. Вот как стали делать, как похожая на сумочку на Caroline, но только у Патриши Нэш. Так, что еще? Вот это тоже какой-то новый планшетик. Ну, во всяком случае, не сильно старый. Здесь кошелечки. Кроссбоди. Интересная раскрасочка. И вот другого немножечко оттеночка, тоже такие же двери. Так, ну здесь, а вот есть и маленький. И карт-холдер тоже есть. А нет, это немножечко другой. Так, ладненько. Тут что у Патриши Нэш? Ну, всякие кроссбоди. Сильно новых моделей не вижу, хотя вот это какая-то, да, немножечко новая, немножечко. Так, здесь вот и шарфик есть, если комплектик кому-то нужен будет, и зонтик есть. Так, вот эта новая модель еще есть и в зеленом цвете, и в черном. Нужно цену нам уже посмотреть, раз я к ней прицепилась. 249. У Патриши Нэш, если модель стоит 249, то неважно, из какой кожи она исполнена,
на всех будут цены 249. Сейчас проверим. Раньше так было, во всяком случае, всегда. То есть вот зеленое, черное я хочу проверить вот с этой. Что вот она из коровьей кожи, немножко другая кожа. Да, тоже 249, не изменили они себе. Значит, одинаковая модель в разном исполнении. Потому что, например, у Брамин, если какая-то комбинация идет кожи, то всегда уже дороже стоит. Так, ребят, ну я надеюсь, что вы останетесь довольны, потому что я сегодня медленно, я всегда быстро бегаю, вы всегда говорите, что не рассмотрели, я вам не дала возможности насладиться. Ну вот не знаю, угодила сегодня, не угодила, старалась, во всяком случае старалась. Такой сегодня обзор из магазинчика у нас с вами. Нежданно, негаданно случился. Я сидела, отвезла ваши посылки на почту, сгоняла в банк. И что-то думаю, ну хочется мне к девчонкам. И вот нам всем повезло. О, а вот это какая-то новая сумочка. Какой-то новый саквояжик. Смотрите, какой здесь... Новая застежечка. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Берегите себя, пожалуйста. Всем всего доброго. Пока-пока.